такое женское изящество, будем так говорить, аккуратность в жестах, да? При этом он, конечно, изумителен, Ламбьель индивидуален, но у Плющенко все настолько гармонично, прям смотришь. Делаются какие-то вещи хореографические, яркие, очень сложные, потом, да, раз, и, знаешь, когда, и каскад. Когда смотришь на Плющенко, то, мне кажется, просто легко исполнять четверные прыжки, очень легко. Разогнался, толкнулся и прыгнул четверный прыжок. Настолько легко он исполняет. Хочется выйти, да, на лед и прыгнуть. Конечно, конечно, безусловно. Я думаю, что молодые фигуристы, которые смотрят на катание Плющенко, они, наверное, получают большое удовольствие. Заряд каких-то, наверное, творческих сил. Программа, конечно, изумительная была у Евгения Плющенко в прошлом году на музыку кинофильму «Крестный отец» в обработке Эдварда Мартина. Да. Конечно, все мы ждем, что Плющенко в следующем сезоне вернется. По крайней мере, об этом разговоры ходят. И Алексей Николаевич Мишин это подтвердил, о чем мы уже не раз говорили. Ну что же, к сожалению, хорошего понемножку. Возвращаемся в Европу, в Варшаву, на чемпионат Европы нынешнего сезона. И нам сейчас режиссеры демонстрируют короткую программу немецкого фигуриста Филиппа Тишендорфа, который на данный момент является лидером соревнований после выступления 10 спортсменов. 18-летний парень из Берлина. Здорово откатал свою короткую программу сегодня. Этому парню 18 лет. Филипп Тишендорф. На данный момент его сумма позволяет ему держаться на верхней строчке нашей таблицы результатов после выступления 10 спортсменов. Как вам, Александр? Я хороший, думаю, да, что парень? Это ближайшее будущее немецкой сборной в одиночном катании. Очень неплохое впечатление оставляет этот фигурист. Довольно технично исполнены чисто отдельные элементы. В целом программа насыщена переходами, соединительными какими-то компонентами. Очень неплохое впечатление. Думаю, что это ближайшее будущее. Будет очень приличный конкурент всем фигуристам.